Твоя мама поговорить хочет. Так, товарищ, здравствуйте. Личность вы мутная. Кто вы, Сержио? Вконтакте вы Денис. Вы, значит, деньги мне так и не заплатили. Миллион! Я требую, чтобы вы вообще удалили свой канал на Ютубе. Все, конечно! Кто вам давал право размещать меня там? Вы сами дали право! Конечно. Только терплю, морально. Вы можете купить мне какой-то миллион. Ну, раз вы не можете, значит, удаляйте свой канал. Какой-то миллион? Установи себе префикс ютубера. Телепортируйтесь к Гриферу. Также ты с легкостью можешь превратиться в абсолютно любого моба. Грифер будет думать, что вы летающий ифрит. Затем вырежете ему половину его сундуков. И обязательно посадите Грифера в тюрьму нашего сервера. Пускай он сидит за решеткой. Обязательно напишите от имени сервера, что в тюрьме находится Грифер. И наблюдайте, какое огромное количество игроков пришло посмотреть на этого Грифера вместе с вами. Ну и, конечно же, забаньте этого Грифера от имени канала. Пусть он увидит такую замечательную надпись. И мы добавили супер возможность владельцам сервера вычислять IP Грифера при помощи команды Voice. Прописав эту команду в чат, вы сможете узнать, где живет Грифер и троллить его. Если вы хотите снимать ролики Антигрифшоу для своего канала на Сержиокрафт, тогда становись владельцем сервера на Сержиокрафт, на которого как раз действует скидка, и ты сможешь снимать ролики Антигрифшоу для своего канала. Опять, смотрите, видите ник Мега Чурка? Он пишет: Сигай, с тобой мама хочет поговорить, бери скайп. Я так понимаю, это опять та же самая мама, которая вот мне, которая требовала у меня миллион рублей, которая хочет, чтобы... что-то в заявление полиции отнести. Вот это весь бред, который мне несут уже. Я не знаю, мне кажется, они хотят прохайпиться. Вот, он мне сейчас пишет в скайпе. Опять, они долбят ВКонтакт. Они пишут в игре, они задолбали. Он на весь сервер сидит и пишет, что он хочет в скайпе опять поговорить. Вот он пишет в скайпе: бери трубку, Сигой, с тобой мама поговорить хочет. Ну, о, он прям спам пошел. Вот, я сейчас проверяю здесь сообщение. Мне это надоело, мне ощущение, что они хотят прохайпиться за счет меня. Ну, давай сейчас прям поговорим. Да. Алло. Чё надо опять? В смысле, чё надо? С твоей мамой поговорить хочешь? Да опять? Да зачем 10 раз со мной уже разговаривать? Мне уже третий ролик записываю с вами. Чё от меня добиться хотите? Я не знаю, чё мама хочет. А ты чё хочешь от меня добиться? Виталя. Я чё хочу? Чё ты хочешь? Мама чё-то хочет. Во-первых, почему ты владелец? Ты купил опять донат? Да. Если ты будешь нарушать, тебя решат правила. Чё мне мама твоя опять хочет сказать? Не знаю. Так, товарищ, здравствуйте. Здравствуйте снова, давно не виделись, что нужно? Да, давно не слышались. Третий ролик записываю с вами. Я так понимаю, что вы вообще ничего не понимаете. Я все понимаю. Личность вы мутная. Кто вы, Сержио? Вконтакте вы Денис. Сержио это ник, как бы. Сержио это не имя, это ник. Это ваша работа на Ютубе, везде. Ролики с моим участием идут. Вы, значит, деньги мне так и не заплатили. Миллион! Полиция не чешется. А я здесь при чем? Ха! То есть они ничего не сделали? Здесь-то вы, конечно, не при чем. Здесь к вам нету вопросов. Это их работа. Но... Господи. Извините. Да ничего страшного. Но ролики с моим участием идут на Ютубе, идут. Почему вы их не удаляете? Я вас предупреждаю! Я каждый раз вас предупреждаю, говорю, я записываю ролик. Я говорю, каждый... Подождите. Пипец. Раз вы отказались выплачивать мне деньги, я требую, чтобы вы вообще удалили свой канал на Ютубе. Да, весь полностью! Да вообще, конечно! Кто вам давал право размещать меня там? Вы сами дали право! Вы сами дали право! Вы сказались, да, хорошо выкладывайте. Я вам сказал, подписчики вас увидят, люди вас увидят. Я снимаю, я предупреждал. Вы сказали, хорошо, снимайте, мне все равно. Я просто в шоке, понимаете? Я думаю, говорю. Там такое количество просмотров. Большое, согласен, 800 тысяч у первого ролика. Я ничего с этого даже не имею. И вы отказываетесь мне платить эти деньги. Миллион! Да, миллион это не эти деньги! Вы неплохо на этом вообще зарабатываете. Я знаете сколько терплю морально? Вы мне какой-то миллион. Ну раз вы не можете, значит удаляйте свой канал. Какой ты миллион? Я буду писать повторно заявление в полицию. Нет, слушайте, вы хотите прохайпиться, да? И буду уже требовать именно закрытия вашего канала. Так, я уже на это не реагирую. Хоть требуйте вообще, чтобы меня посадили всю жизнь. Да конечно, кому реагировать-то? Вы хайпитесь, да? Вы там все эти денежки гребете себе и все. Я, поверьте, у вас какие-то мифы об этом. Денежек тут не гребу. У меня ощущение, что вы гребете. И я знаю, сколько они и чего у вас не получают. Знакомые блогеры? А вы какой-то миллион зажали. Знакомый блогер у вас есть? Ладно, все, короче.
Я тут понимаю, все равно мы с вами ни о чем не договоримся. Да конечно не договоримся, миллион вам не дам. Вы еще хотите, чтобы я канал удалил на ютубе? Вы издеваетесь? А может мне еще пойти, не знаю, чем... Я поэтому и хочу, чтобы вы его удалили, потому что вы мне не дали этих денег. Если бы вы мне дали, да господи, да пускай я не смотрю, да пускай я не слушаю. А почему не 2 миллиона, почему 1? А, в принципе, знаете, вот у меня сейчас появилась идея. Ну как? Вы можете не отдавать мне миллион, но отдать тогда мне канал. О, а как вы это себе представляете? Ну я не знаю, как же это делать. А, ну все данные вам отдать, да, чтобы вы сами там что-то... Конечно! Я думаю, сын там... Введет сделать, я разберусь. Грифер будет снимать на моем канале. Ваш сынишка, который гриферит, будет. Господи! Вы понимаете, что вас сейчас смотрят еще? Вы себя зарываете в землю! Еще больше! Вас опять посмотрят! Вы мне звоните каждый раз. Правильно! Понимаете, посмотрят, потому что вы это допускаете. И вы опять же будете иметь с этого деньги. Я же предупреждаю вас перед началом каждого ролика. Уважаемый, я пишу повторное заявление в полицию. Вы меня уже достали. Пишите. Там, Денис, не Денис, как там вас вообще, пишите ваше имя? Пишите в Европейский суд по правам человека. Я не знаю. Пишите в Европейский суд по правам человека. Вам там сразу, меня там сразу. Конечно, только туда я еще не писала. Ну, кстати, идея неплохая, она мне неплохая, нравится. Неплохая, да. Все. Все, до свидания. Ага, наилучших снов. Время позднее, ну, как всегда, все, человек ушел из сети, скайп сбросился. Вы слышали, что она говорит? Она хочет, чтобы я отдал им миллион рублей, или она хочет, чтобы я удалил канал? Она просто хайпится на мне. Слушайте, ну пускай хайпится. Правда, о ней никто не знает, не знает ее имя, я не знаю, какой с ней с этого плюс, может, она получает с этого кайф, может, у нее, она, может, с кем-то спор проспорила, я не знаю, она на мне хайпится, это видно. А мне весело, я хочу вас повеселей. И я снимаю с ней ролики, почему бы нет. Я каждый раз ее предупреждаю об этом, что ее ждет ролик на ютубе с ее участием. Это смешно, она сама этого хочет, она хайпится на этом. Ей скучно. Но просто я хочу, чтобы вы знали, дорогие друзья, что есть такие мамы на сервере. Гриферов. Мамы гриферов, а кто-то и нет. Поэтому заходите на сервер, ищите таких, помогайте мне с ними. IP в описании ролика. А я пока буду очень добрым, например, и постараюсь кому-нибудь выдавать также, продолжая донат на сервере своем в Майнкрафте. Любому нику. Я любого ника беру на спавне. Вот так вот. Я на спавне начинаю летать, выбираю ник и выбираю, какой донат ему дать. Вот, например, Hitman 189, 3, 2, 1. И опа! Мы видим Hitman'а! Основателем сервера, основателем. Вот, если он еще с шифта встанет. Просто, посмотрите, вот, его ник. Встань с шифта, чтобы твой ник, ребята, увидели. О, Hitman 189, основатель. Просто в наших глазах опять я выбрал любой ник и выдал ему основателя. Я даю не просто какое-то говно по типу випа, премиума, креатива. Это уже неинтересно. Я даю такие привилегии, как создатель, основатель. Могу в редких случаях выдать владельца сервера. Поэтому заходите, играйте, ждите. Я вот так вот летаю, я сам летаю. Мне что-то, кстати, со скином, не знаю что. Я летаю, выбираю людей и выдаю им донат. Поэтому, IP в описании ролика. Поддержите меня, ставьте лайки, чтобы я видел вашу поддержку. И канал никакой удалять я не буду, это смешно. Смешно, вообще бред просто. Поэтому всем спасибо за внимание. Мама вообще что-то унес головой. Всем пока, друзья. Просто всем пока. Вообще бред, просто бред. Если вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основатель. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также можете получить бесплатно админку за убийство. Вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпустить VIP, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Sergio Craft. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере. Вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.